Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, Алексей Костин, капитан команды сборной МСК X. Как прошла игра? 3-2 выиграли, новый соперник за там, последние там, 2-3 года, что мы играем в ваших лигах. Не видели команду в деле, был такой очень сюрприз, как повезет, что называется. Что скажете о сопернике? Соперник, обычная команда, играют неплохо, видят мяч, видят поле, что-то умеют. 3-2, два гола вообще не обязательно пропустили, я вратарь. Просто привезли, расслабились какие-то моменты, потому что слишком легко давалась игра. Все владение вообще, в принципе, было нашим. Территориальная игра была нашей, поэтому 3 очка не пахнут. Настроен на сезон? Да, как в прошлом году выиграть. Все? Дубль. Хорошо, надеюсь, все получится, спасибо. Спасибо.